Привет, и это видео, которое просто, ну, как бы, на моем канале появится, но просто как познавательное. Некоторые меня спрашивают, как я делаю вот такие вот круги. Сейчас я покажу, как они примерно выглядят. Вот такой вот, сейчас покажу вот такой вот круг. Наверное, каждое видео вам. Это просто круг. Да. Это делается очень легко. Если кто знает, есть в ВКонтакте программа Avatar, обычный фоторедактор. Можно делать через Paint, но через Paint это очень долго, и там надо разбираться. Но некоторые делают через Paint, я буду через Citroen. Есть просто Photoshop, сейчас я даже скажу, как он называется. Это не Adobe, некоторые спрашивают, что это Adobe, потому что это не Adobe. Это Photoshop Special. Такой хороший Photoshop. Мне нравится он, и я им пользовалась раньше. Сейчас я пользуюсь потом. Ну, просто мы уже так выбираем, приступить прямо сейчас. Открою фотографию, подруги фотографию. Фильтр моим там будет сразу наклейки. Геометрические фигуры, круг. Мы рассеиваем на какую вам нужно длину, большую, маленькую, среднюю. Ну, вот так как-то. Так, круг. Выбирайте любимый цвет. Если вам нужен черный, вы можете выбрать. Ну, можете выбрать зеленый, как раз там будет такое. Я всегда делаю перекрыть. Я делаю либо экран. Экран нормально смотрится всегда. И дальше я текст. Что вы спросите, вот там. Нет, я беру дальше текст. Пишу там, например, Друзит. Марина. Блендер. Ой. Вот у меня получился. Вот такая вот. Сначала покажу, как я делала прям сначала. Просто, наверное, на слух не может. Беру фотографию. Ну, подруги. Дальше беру наклейки, круг. Растягиваю на нужную длину. Например, тут будет в уголке. Беру экран. Нет, экран не будет очень сильно. Я брала перекрытие. Это, да, перекрытие, можно экран, не знаю, как вы хотите. Закрываю. Но я беру текст. Например, да, шам, дыша, да, шам, точечки, и вот так, бендер, да, вот сюда, и вот так у меня получилась такая вот фигня. Это всего нужно вам. Зарегистрируйтесь в ВКонтакте, если сегодня это вам нужен программа Avatar, там много кучи фотографий, и ваш такой стиль готов. Еще некоторые меня спрашивали, как делать в ВКонтакте, как в ВКонтакте скачивать музыку без программ, либо и без промкодов. Это вам понадобится сейчас. Это вам понадобится сейчас. Так. Это вам понадобится Chrome Google, где вы закачиваете себе темы на браузерную страницу Chrome. Называется интернет-магазин Google Chrome. А это бесплатная программа. Ну, нужно место на памяти. Называется ВК Обои, новое оформление ВКонтакте. Но есть, можете скачать ВК Опт. Это очень такая нормальная программка. Тут расширение, тут можно скачивать музыку бесплатно, без всяких затрат и без всяких промкодов. Пока. Это было пользовательское видео. Я полезное видео. Пока.